5. Получилось так, что я приехал сюда уже раздавать автографы, значит, какой-то рост, пусть и постепенный, прошел. Приятно сюда вернуться и порадовать местных болельщиков. Ну, местные болельщики как? По-особенному тебя встретили, что-то говорили, может быть, уже? Ну, пока так, пару человек еще меня вспомнили. Походу, половина уже меня забыла, скажет, кто это вообще такой. Мне очень понравилось, интересно видеть разные города, разных... Для болельщиков, я думаю, это огромное значение имеет, что игроки ближе к болельщикам становятся, и я думаю, что нас будет еще больше поддерживать после таких поездок. А вы много где выступали, частенько удавалось с таким сталкиваться, чтобы вот так по всему региону любили команду? Ну, вот так в первый раз, чтобы прям ездить по небольшим городам, очень интересно. Тём, это, конечно, не твой родной город, но, тем не менее, с Нефтекамском, наверное, у тебя самые лучшие воспоминания. Ну да, в принципе, все вертикали, да, здесь прошел из дюшор, и молодежный хоккей, и взрослые уже, да, воспоминания, ну, самые положительные. Довольно-таки большое время здесь провел, поэтому с теплом приняли. А что бы хотел сказать молодым пацанам из Нефтекамска, чтобы они в себя верили все-таки, что есть шанс? Ну, в первую очередь, это вера в себя, да, полюбить этот хоккей. Если ты хоккей полюбишь, уже дальше будет желание развиваться. Поэтому главное, наверное, верить в себя, не останавливаться и продолжать работу. When it's time for defense, make sure no time, no space for opponent. Защитникам не оставляет шансов, как бы времени и пространства для начала атаки. And hey, make sure when we have a puck, don't give it too easily for them. Play with the puck, be nasty with the puck. Не давать ничего делать, быть увереннее и владеть шайбой увереннее. So, together, let's go, boys. First. Вместе. Спасибо, конечно, Солод и Лейла, то, что приехали в наш город Нефтекамск. Всем очень понравилось, хоккеистам и болельщикам, приезжайте к нам побольше. Ну, они все время шутили, подбадривали нас, мы были этому очень рады. У них очень большая скорость, будем тренироваться, чтобы быть такими же быстрыми. Что бы хотел пожелать юлайвцам? Чтобы в следующем сезоне они были первыми.